преддверии Дня Победы в Омске проходит ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 3 мая у памятника труженикам тыла все желающие смогли получить один из символов праздника – черно-оранжевую ленту. Мы даем возможность каждому человеку прочувствовать и пронести через себя ту победу, которая была кована просто на всех фронтах. И здесь самое важное, чтобы каждый человек, который берет эту георгиевскую ленточку, он соприкоснулся с историей и вспомнил о том, что была такая великая победа, благодаря которой сейчас мы все живем счастливо и мирно. Также вместе с лентой мы выдаем вот такой небольшой буклетик, где есть рекомендации о том, как правильно носить ленту, о том, что не нужно носить ее ниже пояса, на ботинках, на волосах. Лучше ее носить, конечно же, у сердца. А мечи по традиции охотно участвуют в этой акции. Георгиевские ленточки берут для себя и своих близких, готовясь к празднованию Дня Победы. Эта ленточка означает знак победы. Я знаю, что эту ленточку надо носить около груди. Георгиевские ленточки добровольцы будут раздавать омичам вплоть до 9 мая. С 14 до 16 часов волонтеров Победы можно будет встретить на одной из 8 площадок города.